Грациозное, свободно двигающееся тело человека способно принимать любые позы. Это вызвано возбуждением скелетных мышц. Кальций играет самую главную роль в процессе их возбуждения. Изменение иона кальция в клетках мышц регулирует сокращение или расслабление скелетных мышц. Даже гладкая сердечная мышца, которую мы не видим, под воздействием кальциевых ионов производит различные физиологические функции. Кальций – это командир, управляющий движением всех человеческих мышц. В процессе сокращения мышц после раздражения нервных волокон кальциевый ион проникает внутрь клетки. В этот момент концентрация кальциевых ионов в мышцах является основным условием для их сокращения. Миоплазма мышц является главной кладовой кальция. В то же время она является самой развитой системой перемещения кальция. После раздражения скелетных мышц кальций в большом количестве освобождается из миоплазмы. Внеклеточные ионы кальция проникают внутрь клеток. Повышенная концентрация ионов кальция в плазме клеток приводит к сокращению мышц. Под воздействием кальциевого насоса внутриклеточные ионы кальция вытесняются из клеток. Происходит диастола мышц. Этот процесс очень скоротечен. Сейчас мы видим в миоплазме сверкание кальциевых ионов в момент сокращения мышц. Нарушение баланса кальция в мышцах может привести к ненормальному сокращению всех гладких мышц, в том числе сердечной, когда человек теряет контроль за своими движениями, теряет равновесие, нарушается координация движений. В организме человека кальций существует в форме костного минерала, придает твердость скелету, который является несущей опорой человеческого тела.